16 человек погибли в результате крупной аварии в Муйнкумском районе Жамбылской области. По информации областного управления здравоохранения Карагандинской области, на месте пожара в результате аварии были обнаружены 14 обугленных тел. Еще двое пассажиров позже скончались в больнице города Приозерска, куда их и еще четверых пострадавших доставили медики. Сообщается, что ДТП произошло 19 апреля на 487-м километре автодороги Алматы-Екатеринбург. Подробности аварии выясняются.